YouTube канал, говоришь, у тебя. Че притихли ты все? Вот что мне надо было. Сегодня мы находимся в Твери, и сегодня я таксую проект под названием Armadine, а в простонародье Леха, Леха, здорово. Проект. А нам обязательно говорить с американским акцентом? У тебя аудитория за рубежом есть? За первое интервью, которое я снимаю, появилось солнце, так что мы на таком позитивчике, несмотря на то, что мы едем искать гречку. Посмотрим, найдем или не найдем. Ну ладно, тем не менее, мы здесь все вокруг музыки, и поэтому, Лех, тебе первый вопрос. Как ты пришел к музыке? Все начался твой путь. Где-то году в 99-м, когда мне было 16, я влюбился в диджейскую жизнь, так скажем, меня все это очень привлекало. Наверное, в 2003 или 2004 я уже был действующий диджей, резидент в некоторых заведениях, и мне пришло осознание того, что музыкальный путь человека за пультом, он всегда ограничен материалом. Чтобы как-то выгодно отличаться от своих коллег, мне казалось тогда, что нужно просто делать свою музыку, и тогда в моем плейлисте будет материал, которого нету у моих там каких-то там соседей по пульту. Но это оказалось вовсе не так просто, как я думал. Так. И, ну, если не вдаваться вот в эти в исторические подробности моего музыкального поиска, то в итоге в течение где-то почти 4-5 лет я усиленно пытался осознать себя именно в саунде. Я, в отличие от многих, вообще не застал никакой Dance EJ, потому что... EJ Studio ты имеешь в виду? Ну, EJ Studio, да, когда все собирается из готовых сэмплов, вот эти детские программы. Я их видел, я их трогал, но я сразу для себя определил, что это совершенно не то, с чем можно работать. И мне тогда на глаза попался секвенсор от старой немецкой компании, которая уже не существует вообще, Orion называется. Orion? Orion. Да, и... Это какие года были? Это 2006, ага. 2005, ну, где-то там на границе. То есть Logic уже был? Logic уже был, Fruity Loops уже был, и Ableton в зачатке уже тоже был, но вот то, что мне попалось на глаза тогда, тем я и стал пользоваться, потому что интернет тогда был не настолько распространен, и выкачивание какого-либо софта было чем-то вообще совершенно заоблачным, все покупалось на дисках. Да, и, помню. Да-да-да, и именно вот диск, на котором был Orion, каким-то образом попал мне в руки с... Сборник, это был сборник. Это был сборник, да. И чем меня зацепил Orion? Тем, что у него были сохраненные, предсохраненные темплейты, в которых уже были практически готовые треки. Один из моих первых треков, которых я потом в 2008 году издал, это был фактически переработанный по ритму и немножечко по партитуре стоковый трек из Ориона. Ну, может, конечно, кто-то об этом знает на текущий момент, но никто меня за это тогда не поймал. Не поймал за руку, типа, чувак, это же стоковый трек из Ориона. В 2008 году у меня уже вышел первый альбом на лейбле Radio Record. Я тогда думал, что я состоявшийся, знаешь, такой продюсер. Radio Record — это, ну, штаб-квартира в Питере, и у них был на тот момент свой лейбл действующий, еще который на физических носителях издавал артистов. В 2007 где-то я получил первые фидбэки на свои демки, я точечно их отсылал, потому что это drum and bass. Тогда во главе танцпола мирового, господи, российского, стоял Костя Гвоздь, Коля Топпер, Костя 07, Федя Бумер. Вот тогда они рулили всей этой сферой, я отсылал все это точечно. Uh-huh. И получил фидбэки от Гвоздя, от Топпера. Постепенно их коррекция моего материала привела нас к релизу на рекорде. Это был целый альбом. Я тогда еще попал в удачную струю под названием «Русский drum and bass». Это был прям феномен такой, знаешь, mm-hmm. когда у тебя русский вокал на таких притрансованных падах, и все это на drum and bass ритме. Это было, ну, довольно-таки интересный эксперимент. И русский drum and bass, по сути, это феномен исключительно российского музыкального рынка тех годов. Я попал в эту струю, и у меня был хиточек, или даже два хиточка, которые фактически сделали имя моему вот персонажу, под которым я действовал. И все это было здорово до тех пор, пока я не осознал, что я умею и люблю писать разную музыку.
абсолютно разных стилей. Я никогда не упирался, не фокусировался в качестве своих пристрастий на каком-то одном стиле. Но так как я заработал себе имя уже в драм-н-бейс сфере, я делал тут серию вечеринок, они были довольно успешные у нас локально. Так. Перевозил огромное количество иностранцев, то есть Тверь это типа, ну, хоть и районный центр, но город условно не миллионник. У нас тут 500 000 человек живет. Ну да. Да. Ну то есть ты делал в своем хоумтауне, грубо говоря, вечеринки. Да, но и, они... И ты был промоутером. Я был промоутером и резидентом этого проекта. Ну, классика, как бы, для любого чувака, который занимается музыкой, он пытается спозиционировать себя на локальную аудиторию, как минимум. Плюс инвайты, которые я осуществлял на тот момент, они были очень крутые. И когда ты фактически заявляешь у себя на вечеринке в Твери, внимание, какого-нибудь Афродайта, или Спора, или Дизельбоя, или Панацею, это выглядит со стороны как прям вау. События. Да, это прям событие с огромной буквы «С». Ну и тогда деньги были другие, рубль был другой. Где-то в течение 3-4 лет мы делали эти тусовки, я обзавелся огромным количеством знакомств. Мы до сих пор братюни там и с Джоном Би, и с тем же Гевином Афродайт, и с Матисом Панацея. Мы все на шнурке переписываемся, но они как бы остались в драм-н-бейс индустрии, а я в 2009 году осознал, что тренд драм-н-бейс на тот момент мне вообще перестал нравиться. Это был какой-то, знаешь, бигрум на ломаную бочку. Мне вообще это не зашло, я не принял этот стиль и начал пробовать себя в других стилях. Я всегда был меломаном, любил огромное количество разной музыки. Я начал писать транс, я начал писать хаус, я начал писать синти-поп, ретро-вейв, там много-много стилей перепробовал. Проблема в том, что я все это издавал, ну или как-то публиковал под тем же самым именем. И это продолжалось довольно долго. У меня были реально стреляющие треки, у меня есть под именем Алекс Рейв миллионники на Spotify, но в стилях, которые к драм-н-бейсу никакого отношения не имеют. А что это было? Это нью-диско, это синти-поп, это транс. У меня есть, например, релизы на Ministry of Sound, у меня есть релизы на Black Hole. Были очень крутые суппорты, там, начиная от Пола Ван Дайка, заканчивая Армином Ван Бюрном. Но я не закреплял этот успех. Я видел плоды своих трудов и переключался на другой стиль музыки под тем же самым именем. И вот эта вот волатильность, хорошее слово, мне очень нравится, да, она фактически сыграла злую шутку с моим муз-персоналити, потому что я размазал свою аудиторию тонким-тонким слоем по такому довольно широкому стилистическому диапазону. И были люди, которые ждали от меня дальше транс-треков, были люди, которые ждали от меня ретро-вейв, синти-поп-треков, были люди, которые хотели слышать меня дальше в драм-н-бейсе, а я не давал им этого. И 2 года назад ко мне пришло осознание, что я зафейлил свою карьеру просто нахер. Не хочется просто взять и весь этот опыт скомкать и выкинуть. И мне пришла идея рестарта карьеры, ну как идея. Как пришла? Ну, у нас есть тусовка, это Going Deeper, Тимур Шафиев и Женя Воронов, Бьор. В рамках этой тусовочки мы часто общаемся, ну, как на жизненные темы, так и на музыкальные. Ко мне Тимур приезжал, мы слушали там мои новые демки, он показывал свои новые демки, и он мне говорит: Лех, ты дурак, потому что ты расфокусирован. Попробуй сфокусироваться и начать жизнь вот вообще с чистого листа. Попробуй вообще выкинуть из своей жизни абсолютно все, что было до текущего момента. И выработай новое персоналити, выбери себе какой-то стиль и делай в этом стиле хорошую музыку, потому что ты умеешь делать саунд. Ну, на тот момент, конечно, столько опыта за плечами, я уже понимал, как это работает. Хотя да, сейчас да. Я понимаю, что даже 2 года назад я писал полное говно. Но ты знаешь эту историю. Ну, это все с этого начинаем, да. Да. Каждый Новый год изменяет твой взгляд на саунд, и тебе стыдно слушать треки годичной давности. Хотя все говорят: господи, да это же великолепно. Ты такой, ну, такое. Да. Ну, давай скажем, что просто у каждого пути есть свое начало, да? И... Несомненно. Да. И нет предела совершенства. Тут да. Тоже надо понимать. В общем, и надо понимать, что еще у меня это наложилось на свой внутренний кризис, потому что вот это вот имя старого музыкального персонажа, оно такое теплое, такое уютное, уже для тебя самого ассоциативное, сложно взять и вычеркнуть, просто вычеркнуть насовсем. Это был выход из зоны комфорта, несомненно.
новые социальные сети абсолютно пустые, никакого бэкграунда, то есть абсолютно, абсолютный ноль. Ну, короче говоря, вот ты пришел так к Армадайну, да? Да. И... А почему Армадайн? Армадайн, да нет особой причины, ну ты имеешь в виду, что почему? Это значит? Ни хрена это вообще не значит. Это есть фильм, называется «Элизиум», «Рай не на земле». Да, знаю. Да, и там корпорация, которая производит технологии, машины, роботов и так далее, которые позволяют элите мировой жить на орбите, ага, называлась Армадайн. Armadyne Robotics. Да ладно? Да. Ну, слушай, я этого ни разу не видел. Ну, этого и не видно. На самом деле, это написано один раз в фильме, там, на заборе, там, условно говоря. Так что, вот, мне понравилось, как-то гармонично для меня звучало. Я еще, конечно же, я руководствовался отсутствием тесок на музыкальной сфере, потому что это важно, когда много-много одинаковых имен, это тоже, ну, отвлекает от фокуса. Я подошел максимально стратегически к процессу. Я проанализировал все свои прошлые ошибки, я понял, что я делал не так, где я не акцентировал внимание аудитории на своем персонаже. Могу похвастаться, что сейчас я все делаю правильно. Хотя через год, вероятно, я буду держаться за голову и говорить: «Господи, Алёша, что ты наделал?» Вообще не исключено. А твоя музыка и проект «Армадайн» в целом, как ты опишешь музыку у этого проекта? Вот из последнего, что я знаю, у нас был с тобой совместный коллаб, это было что-то наподобие бейсхауса, да? В смысле, это был хиточек, чувак? Это был хиточек, да, но я имею в виду, это был, стилистически это был что-то типа бейсхауса. Ты очень аккуратен всегда в эти моменты. Ну, какой-нибудь там бейс, какой-нибудь там хаус, да, я знаю, твой ОКР личный на эту тему мне известен. Так, дальше, у тебя только что вышел релиз с Бьёром. Да. И он вышел на Musical Freedom. Ну и это я не сказал бы вообще, что бейсхаус, конечно. Вот для меня саунд немного хаусовый. Немного? Ну, не... Это вообще попсовый хаус, самый штуки, который только можно себе представить. Окей. Так вот, как ты в целом опишешь музыку проекта Armadyne? Ну сначала мне казалось, ну и до сих пор временами мне так кажется, что я беру именно по энергетике и атмосфере за референс классический саунд UK гаража, но только в его более современном виде. Bass House, по сути, это есть реинкарнация UK гараж. Согласен, там, да. Периода с конца 90-х по середину 2000-х годов. Всегда нравился этот вайб, он очень ритмичный, свинговый. И если даже у тебя в качестве структуры трека происходит какая-то конкретная прям жвачка, не разбавленная практически ничем, кроме там условных каких-то голосовых чопов, она все равно очень динамичная за счет огромного количества текстур именно в ритм-секции. Мне всегда это привлекало. Я заметил тенденцию, что бейс-хаус на тот момент, когда вот у меня происходил рестарт карьеры, конечно же, у меня были какие-то ролевые модели. Это был Joyride, это был Jaws, это был Hubstract. Они ролевые, ключевые моменты, да, наверное, когда моменты какого-то осознания и какого-то, может быть, переключения, да? Но я подразумеваю референсы именно в качестве муз-персоналити. То есть да, я посмотрел на Joyride, чувак тоже действовал под одним музыкальным персонажем, тоже там все к хуям проебал и решил в 40 лет переобуться и сказать: я теперь буду совершенно другой, и стал прям совершенно другим. Ну, то есть, пацан сказал, пацан сделал. То, как он подходил к саунду, вот в те моменты, когда я вслушивался в его звук, я понял, что он как раз оставляет вот этот вот грув UK гаража, но он привносит туда современные синты, современное звучание, современные приемы музыкальные. Меня это очень зацепило. Стилистические границы для меня расширялись. Новые артисты в мою жизнь приходили, новые референсы, конечно же, приходили. И я хотел бы сказать сейчас, что я бейсхаус-артист. Но на прошлой неделе меня отыграл в шоу-кейсе Мартин Гаррикс. Какой нахуй бейсхаус-артист? Чувак, все. Мне кажется, сейчас, конечно, жанры смешались. Я вот на одном из последних стримов тоже это говорил. То есть, ну, наверное, не надо привязываться к жанру какому-то, да? Слушай, отсюда следующий вопрос. Считаешь ли ты, что у музыки, вообще у любой музыки, вне жанра или в жанре, там, неважно, должен присутствовать какой-то месседж? Должна ли музыка что-то нести? Ну, если да, то какой месседж в твоей музыке? Вот как ты это видишь? На философию меня, знаешь, разводишь. Да. Это трудный вопрос на самом деле. Музыка для меня на текущий момент, танцевальная именно музыка, она несет в себе основную функцию развлекать людей.
Чтобы они танцевали? Чтобы они танцевали, да. Ага, да. И я настолько много усложнял свою музыку в моей жизни, что сейчас я как раз наоборот работаю над тем, чтобы максимально ее упростить. Я очень долго пытался отучить себя от вот этой вот музыкальности в своем музыкальном продакшене, потому что мне нужно было выработать конкретный вайб, чтобы мой трек в течение там полутора-двух минут в сете какого-то артиста принес вот эту энергетику, которую я в него закладываю, и был сведен. То есть вот тот момент, когда ты перед дропом задерживаешь ручку на фейдере, короче, когда ты делаешь вот эту свою фишку с Рейвеном, фактически это мечта любого продюсера. Получить возможность посадить огромный танцпол на пол перед дропом. И что у тебя в Рейвене есть месседж? Ну, танцевальный вот, месседж, да. Он танцевальный. Танцевальный есть... месседж – это типа не давайте подумаем о том, как у нас наши клешни омывают берег океана под закат солнца, правильно? Тебе надо, чтобы человек подпрыгнул и прыгал так, как последний раз в жизни именно на этом дропе. Даже не месседж, а там есть позыв поработать с толпой, которая стоит перед тобой, да? Но это на самом деле не новая идея. Я не знаю, кто один из первых, наверное, Queen, да, были, которые захотели придумать такой трек, чтобы поработать с толпой. We Will Rock You? Да, We Will Rock You. Но они придумали, а у меня получился, ну, как бы, просто так получилось. Ну, а закладывал? Рейвен. Закладывал ли ты в момент написания эту фишку? Нет, вообще эту ничего, фишку? Вообще не закладывал. Когда ты первый раз посадил людей на танцпол? Ну-ка, 2009. Ну-ка давай, дай мне интервью, чувак. В 2009, да. Расскажи. То есть это было в 2009, и на самом деле посадил первый не я, а первые посадили, по-моему, Крукерс. А те насмотрелись этого Слепнота. Слепнот первыми, насколько я знаю... Слепнота? Да, Слепнот начал сажать людей на танцполе первыми. Ну, это где-то в тех годах, может быть, 2006-2007. Подо что? Точно не Подожди, знаю. Они же панки. Под свою музыку, под какой-то из треков. И в 2009 году первый раз народ, насколько я знаю, сам сел под исполнение Крукерсов. И это было дело в Голландии. И, в общем, оттуда пошла эта как бы традиция, и все, сажаемся до сих пор. Первый раз, когда я услышал Рейвен, я вообще не знал, что ты из России даже. Хотя это... Ну да, много говорили. Мне сейчас тоже пишут, типа, чувак, ты что, из России? У меня даже персональный мемасик есть в Яндекс, если забиваешь запрос Армадайн, то там где-то в четвертых или в пятых в поиске полосе написано Армадайн русский. Ну, типа, кто-то пытается вычислить этот момент. Первый раз, когда услышал Рейвен, я не понимал, почему у тебя такой долгий брейкдаун? Почему? Потом я подумал, что это специально сделано для вот нарастания напряжения, потому что, ну, ты типа ты так решил изначально, что я буду производить некий перформанс прямо во время трека. А, к сожалению, по моим наблюдениям, складывается так, что все такие какие-то глобальные треки написаны именно как-то вот, так же, как и Рейвен, ты хочешь это дело все просто упростить и сделать доступным, правильно? Я не хочу обременять в своей музыке человека размышлениями о великом, вечном и насущном. Я хочу, чтобы человек использовал мою музыку максимально для того, чтобы воплощать, выбрасывать энергию на танцполе, ну, или какую-то свою внутреннюю энергию для прослушивания, во время прослушивания этого трека. И Armadyne стремится к тому, чтобы от максимально простого саунда и максимально понятных творческих ходов в музыке у человека были мурашки. Но чтобы он не думал о вечном, высоком или о своем наследии в этом мире. Ничего такого. У тебя большая музыкальная карьера, и она продолжается, и у тебя большой опыт скопился уже. Пару советов начинающим продюсерам, музыкантам. Куда смотреть, что делать, куда бежать. Ну, вообще, любые советы, которые ты можешь только дать. Ну, ты же понимаешь, что это все будет субъективным и с точки зрения именно своего Конечно, жизненного опыта. Это и надо. Опять же, повторюсь о необходимости фокуса. Моби или Prodigy или Chemical Brothers могут позволить себе писать разную музыку. Или Дипло. Вот этот чувак, который смотрит сейчас наше интервью, в той стадии, в которой он находится на текущий момент, наверное, не может позволить себе делать широкий стилистический разброс своих работ. Потому что это расфокусирует его аудиторию. Так. А его задача, прежде всего, выработать о себе конкретно сложившееся мнение у своих фанатов, чтобы они приблизительно ожидали от него в следующих релизах
того же, за что они полюбили его на текущий момент. Угу. Это очень важный момент, потому что... То есть заиметь свою фишку, другими словами. Свою фишку, и причем не только в саунде, но и стилистически, или в энергетике. Угу. Это работает не только в качестве крючка для своей аудитории, это работает также и для промоутеров, организаторов фестивалей, потому что, когда они хотят написать в афише имя Армадайн или Прокси, угу, они понимают, какой ему выдать слот, в какое время, на какой сцене, потому что у них есть четкое представление о том, что он делает. Если вы будете, ну, такими дохуя разноплановыми мультистильными музыкантами... Сразу. Сразу же. Я и так могу, и так могу. Это хорошо вас характеризует с музыкальной точки зрения, но это контрпродуктивно. Контрпродуктивно для вас, как для музыкального персонажа. Однако нужно сделать ремарку, что, кстати, широкий стилистический диапазон именно в рамках поглощения музыки, когда ты много разной музыки слушаешь и любишь, mm-hmm, это очень помогает привнести что-то новое, либо попробовать привнести что-то новое в свою музыку. Это очень круто. Иногда ты можешь подсмотреть, как в каком-нибудь старом рок-н-ролле, художественный прием, который у тебя получится воплотить в жизнь в современном виде так, что, ну, все просто охуеют. Но это навык, навык, который приходит со временем. А дальше я стремился бы, наверное, хотя бы примерно проработать свой музыкальный образ. Mm-hmm. Потому что в текущий момент, к сожалению, музыка играет не ключевую роль в жизни артиста. В жизни артиста огромную роль играет то, как он выглядит в глазах аудитории. Аудитории, да. О том, какой он в социальных сетях, что он говорит, как он себя позиционирует, как он выглядит, вот какой его имидж как музыкального персонажа. Ты думаешь, я постоянно хожу в голубой куртке и в очках? Думаю, да. Ну, ладно. Правильно, потому что сегодня я Армадайн. Тем не менее, должна быть какая-то фишка, которая будет ассоциативна для аудитории, и эта ассоциация будет, ну, напрямую связана с артистом. Вот у тебя, например, лого построено, по сути, на том, как ты сейчас выглядишь. Челка, очки. Ну да. И это прямо бренд. Это превратилось в узнаваемый бренд. И не нужно подписывать прокси, чтобы понять, о ком идет речь. Это очень круто. Вот к этому нужно стремиться. Ну, конечно же, качество музыкального материала. Без этого никуда. И учитывая доступность технологий на текущий момент, учитывая доступность информации на текущий момент и избалованность слушателя вот качественным саундом, на мировой сцене, российской в том числе, у нас уже подавляющее большинство российских музыкантов реально делают крутой саунд. Уже нету вот этого вот... Сделать что-то, чтобы просто было, да? Ну, да-да-да. Вот помнишь, там, я не знаю, 10 лет назад, 2008-2009 год, ты мог на слух, не читая тег-трека, понять, что это написал русский чувак. Ну да. Это прям, вот была вот эта пластмассовость, мы прямо жили этой пластмассовостью. Я помню, первый, кто в моей системе ценностей это переборол, это был Артем Столяров. Арти первым, я помню, услышал его ремикс на Digital Punk и такой, блять, что это за чувак? Выяснилось, что это чувак, который живет в Саратове, ну, в Энгельсе. И он тогда фактически заставил меня уверовать в российскую музыкальную сцену. Может быть, он был не первым, может быть, просто мне так вот попалось, совпало. Но я тогда сказал, о, чувак, который написал трек со звуком, не отличающимся, а где-то даже превосходящим европейский или американский саунд. Это очень круто. А сейчас это уже норма. Ну, да. Сейчас либо появился у музыкантов какой-то внутренний ценз, либо произошел акт естественного отбора. Давай подытожим как-то это, вот, чтобы это можно было сказать тремя словами, пятью словами. Конечно. Фокусировка на стиле, аккуратное отношение к своему музыкальному персоналити, начиная от внешнего вида и заканчивая позиционированием себя в соцсетях. И качественный саунд в рамках того стиля, который ты для себя определил. Именно качественный, чтобы это не было афиши, сделанные в WordArt'е. Согласен. Ну что, круто. С вами были Прокси Армадайн. Подписываемся на канал, ставим лайки, включаем колокольчик. В общем, все сами знаете. Модно говорить, бьем в колокол. Бьем в колокол.